Всем привет, ребята, мы на Максим. Сегодня у нас на обзоре будет книжка Мэйзи Хитчинс, Холли Веб, приключения девочки-детектива, египетский... Щенок под прикрытием. В данной книжке у нас описывается 20 век. Ну, там уже 80-е, 90-е, 70-е. Ну, где-то так, метро уже было. Суть книги в том, что банда Спэрроу, банда воробей, воровала картины. В ней было несколько человек. Мэйзи Хитчинс хотела найти картины. У них дома был постоялец мистер Гранже, которого она раскусила, что он работает не на фабрике печенья, а что он работает не на, ну, на полиции, не на фабрике печенья. Про печенье он ничего не знает. И вот так Мэйзи его тупо раскусила. Девочка под прикрытием замечательно работает, профессионал под прикрытием просто. И вот так вот, у него получилось работать под прикрытием, Мэйзи его раскусила. А также наша Мэйзи Хитчинс узнала, где банда воробей прячет картины. Берт Дайсон, брат его, младший его брат, жил в соседнем доме, снимал квартиру. Еще один член банды снимал квартиру с окнами на двор дома, где снимает квартиру на младший брат. Все было идеально отыграно. Расклейщик на объявлении в метро тоже был им. Смотрите. Он клеил объявление, и это был сигнал. Одно объявление на все метро. Младший брат смотрел на это объявление и узнавал. Потом он шел, наклеил красную одежду на двор дома, где он жил, а другую одежду выбрасывал. Наклеил красную одежду, а человек с окнами на двор младшего брата смотрел на красную одежду и понимал сигнал. Все идеально отыграно. Они прятали картины в тоннелях на метро. Одна женщина в высокой шляпе, это была жена самого главаря банды воробей. Она была женой его. И она постоянно нападала специально, притворяла, что ей плохо в метро от дыма. И говорила, что типа ей плохо очень, и нажимала на стоп-кран. А при стоп-кране поезд останавливается. Она останавливала поезд, чтобы ехавший... там Берт Дайсон, брат, смог быстренько выйти, спрятать картину в тоннеле метро в выемке и уйти. А в чемодане для инструментов расклейщика были не инструменты, а картина. И в итоге, к ним приезжал герцог, принц из Германии со своими крутыми картинами. А они постоянно днем всех обводили вокруг пальца. Ну, вот такую вот схему, как я говорила, что там красное белье. И, кстати, они сделали так, всем расклеивали белое белье, чтобы отвлекающий маневр, а ей красное. Все идеально отыграно. Такой план фиг раскусит полиция. Наша девочка осталась в метро. Называется хэштег 24 часа в метро. Она, короче, там до 0:00, до часа осталась. Потом украла у сторожа фонарик, как нарисовано на обложке. Вот фонарик она украла, вот щеночек Эдди в корзинке. Тоннель метро, лесенка. И вот, собственно, так, щенок Эдди в корзинке, чисто такой в комнатке, переноске. Ну, вот так, они там вместе с щенком ходили, она нашла, увидела, как один из банды идет, но потом он ее схватил и потащил. Она, конечно, убежала, Эдди залаял, профессор Табин услышал, взял револьвер, короче, все как в аниме, в боевиках. Так, быстрее револьверчик! А Гранже тоже услышал что-то про Табин, услышал лай Эдди. Сказал это Гранже, Табин чисто такой револьвер, как в боевиках аниме. Чик-чик-тан! Ну, чисто так аниме. Все такие с пистолетами выходят, чисто такой мистер Гранже с кондитерской фабрики. Позвонил в подкрепление, все приехали, их задержали, они выдали остальных. Книга раскрыта. И в итоге не полицейская, а не полицейские раскрыли, а маленькая девочка. У нее была подруга Эрис, которая вышла замуж в предыдущей книге.
отправишь нас замуж. И... Да, нас... Да, не она, а ее папа. И как-то так там было. И вот этой вот подруге Эрис, она все это рассказала. И вот так. Но бабушке ни слова. Бабушка на нее ругала и в то же время гордилась. А папа отплыл в мои плавания. Долго там по месяцу они пропадают. А что папе написать? Бабушка специально полицию вызвала. А что же Мэйзи? А что я папе напишу? Мэйзи пошла 5 минут погулять и не вернулась. И вернулась в час, но и не вернулась. Уже 11 ночи. Что мне писать папе? Ну так, бабушка, я спросила. Ну а что, ребят? Ну папе она ничего особо такого критического не писала. Но Мэйзи молодец. На нее наградили коробкой печенья с фабрики, на которой работал мистер Гранже. Ну а вот такой автобзорчик, ребята, у нас получился на Мэйзи Хиджинс, Холли Веб, девочка-детектив, щенок под прикрытием. Вот такой вот обзорчик у нас получился. Вы были на канале Макс М. Всем удачи, всем пока.